Мы находимся на выставке ProDexpo, разговариваем с нашими гостями, производителями. Анастасия, у вас и вареники, и пельмени. Расскажите, что новенького в компании, что собирается компания представить в 2019 году рынку? Можно держать, да? Смотрите, мы являемся производителем номер один в группе «Вареники». Нас вся Россия любит и знает, как торговую марку «Братцы Вареники». 15 лет мы на рынке, и пришло время поменять наше лицо. В 2019 году мы проводим полностью ребрендинг упаковки «Братцы Вареников», поэтому просим покупателей не пугаться, а находить нас. Красивую, яркую, сочную упаковку. Мы выводим наши начинки, которые очень натуральные, сырье для которых мы выращиваем на своих полях, на своей агрофирме. Закупаем лучшую вишню, лучшую клубнику, лучшую смородину. Поэтому мы все это выносим на упаковку, для того, чтобы нас больше покупали и больше узнавали. Что из себя представляет бизнес из продукта «Вареники»? Кто целевая аудитория, кто их потребляет, кто... с чем они конкурируют, с каким продуктом? Что является альтернативой, например? На сегодня как раз мы в конце 2018 года провели опрос нашей целевой аудитории. Это женщина 25 лет до 50 примерно, да, основная, так скажем, основной пул нашей целевой аудитории. Кто конкурент, конечно же, пельмени, да, потому что вареник все-таки это такое некое баловство и некая небольшая замена, но она полезная замена, потому что начинка идет либо овощная, либо ягодная. А пельмень все-таки он мясной, да, больше, это более сытный, ну и не все сейчас готовы есть мясопродукты. Вот, еще что нужно? Вы большие, вы крупные. Есть ли у вас конкуренты и что является вашим конкурентным преимуществом? Ну, кроме того, что вы сами большие, понятно, что у вас есть там некая преференция на рынке. Чем вы конкурируете? Технологически, может быть, какие-то вкусовые новинки технологические или что-то? Вот чем? Расскажу. Так как все-таки мы являемся лидером в группе «Вареник», каждый год мы стараемся выпустить какую-то новинку, чтобы обратить внимание, да, потребителя на себя. Что еще из наших качеств? Это, конечно же, натуральная начинка. Мы не для картофельных вареников, мы не делаем никакие хлопья. У нас полностью натуральная картошка, которую мы выращиваем на своих полях в агрофирме. Что еще интересно? Ну, хорошие продажи, наверное, самое главное – главный аргумент для любой сети, для любого магазина. Покупатель выбирает нас уже многие годы. За что спасибо. Спасибо большое. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.